Внимание всего мира сейчас приковано к Парижу, который стал мишенью беспрецедентной атаки террористов. Во Франции объявлено чрезвычайное положение. По самым последним данным, жертв более 150 человек. Но это, возможно, не окончательная цифра, чтобы не допустить проникновения террористов. И наоборот, чтобы страну не успели покинуть те, кто совершил преступление, Франция полностью перекрыла границы. И вот одно из последних заявлений прокурора французской столицы. Сообщники террористов могут находиться где-то рядом. Поэтому гражданам рекомендовано без крайней необходимости вообще не выходить из дома. Закрыты все школы, университеты, ряд государственных учреждений, аэропорт Орли, многие кафе и рестораны. Не работает метро. Повсюду патрули, особенно на подступах к традиционно многолюдным местам. По-прежнему оцеплены все точки, где ночью разворачивались трагические события.